В округе провели организационное заседание попечительского совета Люберецкой прессы. Совет призван объединить усилия предпринимателей, депутатов и общественных организаций для поддержки местной прессы. Идея создать общественный совет, который будет оказывать содействие и поддержку местным печатным изданиям, родилась на заседании Люберецкого отделения Союза журналистов России. Инициативу поддержали сразу. У нас сегодня 4 газеты в округе. Это Люберецкая панорама, Люберецкая газета, Люберецкий округ и Малаховский вестник. Вот. И необходимо поддержать в связи с тем, что происходит определенная реформа в Подмосковье, СМИ. С этой целью Союз принял решение создать рабочую группу. В нее вошли члены Союза журналистов Галина Талалаева, Сергей Черкашин и Дмитрий Кристинин. Были проработаны организационные вопросы и создан попечительский совет. В его составе люди разных профессий. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, почетный гражданин Люберецкого района Вячеслав Глазков, председатель общественной организации «Дети войны и память» Ольга Поликарпова, члены общественной палаты округа Александр Рожников и Наталья Феоктистова. Средства массовой информации – это всегда было очень важно, очень необходимо. И сейчас народ ищет возможность получения этой информации. Поэтому мы должны идти вперед, мы должны помочь людям получать эту информацию. Я уверена, что в Люберцах мы создадим такой формат участия общества в формировании повестки, потому что если отдать вот эту задачу просто блогерам, то тогда общественно значимые темы окажутся просто за бортом. Но ответственные граждане Люберецкого сообщества не должны и не могут оказаться в стороне от формирования этой повестки местных медиа. Вот я вижу миссию Совета в этом. В состав Совета вошли 12 человек. Президент Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы Сергей Шатилов избран председателем. Первое рабочее заседание Совета проведут в июле. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.